Спортплощадка на даче. Решил построить такую спортплощадку в дальнем углу своего участка. Значит, вот угол уже отмечен 4 столбами, дальше остальные столбы пойдут. Вот, значит, для этого, значит, решил снять плодородный грунт. А тем более, что участок находится, этот угол под спортплощадку находится в низине. И как бы хороший повод снять плодородный грунт и отвести его в более высокую часть участка, выровнять там тоже ямы, которые там были. В сумме где-то порядка 9 кубометров грунта получилось. Вот 36 квадратных метров, где-то там 25 плюс-минус, там сколько-то сантиметров в глубину. Вот. Значит, все это будет засыпано, думал засыпать сначала песком, потом сверху через геотекстиль щебнем, но песок нужно очень хорошо проливать, трамбовать, либо нужна специальная трамбовка. Он очень сильно может осесть, по моему предыдущему опыту, когда я делал дорожки. За несколько лет песок очень хорошо проливается дождем, там, снегом, талом, и утрамбовывается, и проседает вниз. Специальные приспособления не хочется для этого приобретать. Вот. Но есть еще такая вещь, как ПГС, песчано-гравийная смесь, она более плотная, чем песок. Там в ней есть небольшие вкрапления глины, есть мелкая щебенка. И постепенно, по мере она не так сильно уходит вниз, и по мере трамбовки вот этот мелкий щебень, который есть в этой песчано-гравийной смеси, выходит наверх. И получается такой тоже аналог щебня, чтобы сверху уже можно было не подсыпать или подсыпать немножко уже. В общем, попробуем вот этот ПГС сюда высыпать. Как раз 10 кубометров самосвал должно все это сюда поместиться. Отсев дробления 50%. Высыпаем на площадку. Теперь будем все это разгребать. Ну вот, раскидал большую часть привезенного отсева. Оставил 1 или 1,5 кубометра на запас. Вот, столбы все установил. Вот, пока в качестве временной меры старые доски, такую забор-плетенку сделаю. Вот. Потом можно будет это все уже обварить, когда я пойму, что площади хватает площадки. Вот. Некоторые столбы я не бетонировал, их можно будет переставить, если захочется расширить. Вот, вот такая получилась вот площадка. Кстати, по поводу того, насколько целесообразно было снимать там на штык лопаты, там 9 примерно кубометров грунта, вот, и такое количество, 10 кубов отсева дробления засыпать ради простой площадки, спортивной, многофункциональной такой. Ну вот грунт, который разбросан по участку в ямы, большое количество, нужно будет еще его культиватором тоже разровнять граблями. Самосвал грунта стоит почти как самосвал вот этой вот, вот этого отсева дробления. Вот, поскольку участок, как я говорил, имеет неровности, но получился бесплатный грунт
с добавлением небольшого количества денег. Все равно грунт нужно будет еще завозить сюда, равнять все, повышать уровень. Вот. Может быть, даже ступеньки такие делать на участке. Так что получилась такая почти... Ну, за исключением собственного ручного труда, такой взаимозачет. Вот. Финансовый. Ну, на площадке планируется установить шведскую стенку, турник, брусья. Может быть, и хотелось бы еще какой-то рукоход сделать сверху, там как-то нарастить какие-то дополнительные столбы, либо эти нарастить. Вот. В общем, что-то еще подумать. Ну и часть площадки забетонировать где-нибудь в углу. В общем, дальше посмотрим уже, как пойдет фантазия. Вот. Ну, пока туда же можно будет убрать бочку, расчистив участок, убрав ее в угол. Такая получается противопожарная зона тоже, вот, для сжигания всяких ненужных вещей.